Так, это Сатурн, 23 апреля 2021 год, Харьков, 4:40 по Киеву в Харькове. Некоторый эксперимент со съемками я провожу, предыдущий дубль, это дубль второй, предыдущий дубль был снят на ISO 125 и выдержке 1:30. Это у нас... ISO 200 и выдержка тоже 1:30. В общем, выдержку я оставляю неизменной на следующие дубли. Сообщаю сам себе и тем, кто из владельцев Nikon Coolpix смотрит, спрашивали меня ребята в комментариях. Конечно, эксперимент нечистый. Нечистый эксперимент. Потому как у нас светлеет с каждой минутой. Ну, в общем-то, какое-то представление получить будет нужно. Разница между настройками светочувствительности. Да, Сатурна у нас 1 500 009 000 000 километров сейчас. You are welcome. Это все по Марсам. Так, это у нас ветерочек. К Юпитеру. На каком этапе будут видны полосы и полосы экваториальные Юпитера и Галилеевы спутники Юпитера? Меня интересует и по времени, и по настройкам. Да, и опять же тем, кто приобрел себе Nikon Coolpix, недавно в комментариях кто-то писал, что, насмотревшись моих видео, купил себе Nikon Coolpix 5000. Я снимал года 3 на Nikon Coolpix 5900. Потом на Nikon Coolpix 5000 на автонастройках. Это микроскопом забивать гвозди, снимать на автонастройках. Пытайтесь даже так, если вы такой же ламер, как и я. Методом тыка, пробы и ошибок, все-таки пытаться на ручных настройках светочувствительности, выдержки и так далее снимать. Так, это ветер трясет нам всю небесную канцелярию. Так, ну, в общем-то, понятно. Спутника я все равно не вижу, даже в окуляр. Полосы еще как-то так условно можно засчитать. Хорошо, до Юпитера 805 миллионов километров. Они к нам приближаются, в отличие, к сожалению, от Марса, которые все дальше и дальше. Так, 4:43 по Киеву. Переключаемся на следующий режим.